Здравствуйте. Здравствуйте. Толя, привет. Привет. Как твои дела? Нормально. Не хочу быть, я быть себе звездой. Пойдем? Пока скучно. Скучно быть звездой? Уговорить 8-летнего Толю на фотосессию изначально было непросто. Мальчик признается, фотографироваться не очень любит. Поэтому и поддержка сегодня многочисленная. Мама, папа и сестра. Ну что, ты готов к съемке? Как у тебя настроение? Не стесняешься? Наш фотограф признается, деток с ограниченными возможностями снимает впервые. При непростом Толином диагнозе ДЦП поймать нужный кадр достаточно сложно. Так что в перерывах между съемками приходится показывать ребенку, что получилось, и стараться настроить мальчика на серьезную работу. Будем еще улыбаться? Нет. Нет, не будем больше. Будем серьезничать? Давай, покажи с каким серьезным лицом ты обычно. Толины фотографии после обработки будут размещены на сайте проекта. Также снимки понадобятся для создания аккаунта в социальных сетях интернет-магазина, где можно будет купить сувенирную продукцию с рисунками мальчика. Как признаются родители, Толя хоть и стесняется, но всем процессом активно интересуется. Он спросил, когда его будут показывать и кто его увидит. Это его как бы немножко волнует. Я такого не говорил. Говорил. Между тем уже оцифрованы Толины рисунки, и наша команда приступила к созданию макетов для сувенирки. И об этом уже в следующей серии проекта. Следить за Толиной историей можно все там же, на сайте даридобро.тв, а также в социальных сетях. Артем Курчавый, Сергей Камашев. Новости.